И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, я продолжаю играть в Ark Survival Evolved. Все так же на Extinction. Да, и сегодня пора, настало время идти в красные зоны. Да, пойдем сегодня и посмотрим, что же там такое нас ждет. Вот. Ну, во-первых, в красной зоне нужно гонять за металлом, а во-вторых, посмотреть, что меня реально там ждет. Там жопа, конечно, меня полная ждет, но надо сгонять. Без лишних слов и предисловий, это вам не прошлая серия, где я о том рассказывал кучу всего нужного и ненужного. Вот, потому что я снимаю в ряд подряд, поэтому рассказывать, собственно, нечего. Вот. Как видите, в правом верхнем углу у меня еще до сих пор ускорялка работает. Вот, погнали. Сначала я хочу сгонять просто туда, посмотреть, что, да как, да где, что меня ждет. Поэтому я лечу на сове. У нее больше здоровья, все дела, вот это вот все. Ой, да, господи, все, рефлекс, нафиг, зачем смотреть. И здесь у нас что? Вот это у нас силикат, насколько я понимаю. Мать! Твою! Ой-ой-ой-ой-ёшечки! 2 гиги! Ладно, Рекс это говно. 2 гиги! Сейчас еще тут виверны будут летать. И это у нас все силикат, да? То есть силикат это мне то, что мне как раз таки не нужно. Еще гигусик. И корнусик. Окей. Ща погнали. Ну вот здесь сейчас посмотрим. Здесь где-то затроил. Не подходите, отлично. Силикат. Силикат это что-то типа заменителя жемчуга. Камень обсидиан. А, не, вот, силикат, все правильно. Я думаю, камень обсидиан, чё? Да, вот силикат, кремень, камень, обсидиан. Отлично. Это не то, что мне нужно. Ботинок сейчас был на экране. Мне нужен металл. Металла мне нужно много. Оп! Красиво. Вообще, мне нравится, как они материализуются. То есть, они типа не просто появляются. О, виверн, добрый вечер. Ой, 2 виверны, доброй ночи. И я пошел. Стоять, не лагай! Так, подожди. Вы тоже, да, видите вот эти вот? Ай, оп, твою ждал, ногой пошла за жопу, тварь, овца! Ну там, видели, такие полосочки, пиу-пиу, появляются, вот это, пиу-пиу, пиу-пиу, пиу-пиу! Не хочу умирать. Я летаю, конечно, быстро, это хорошо. Но... Их много. Так. Это обсидиан. Да ты дурная. Вот овца летит все еще за мной. Так, подожди, где? Так, где? Ох, да нифига себе где. А че я так далеко? Ой, я на пальчике. Мать вашу! Да пошли вы все в задницу! Я не из таких! Так, у меня, я смотрю, ускорялка заканчивается. Мне нужно будет возвращаться на базу и ее создать. О, добрый вечер, это что такое? Ой! Не-не-не-не-не-не-не-не-не, надо спасибо! Да пошел ты! Вау! Где здесь? О, добрый вечер, металл! Дурной! Ну все, я убрал карту! Щите! Погоди! Трясо! О, иди сюда! Сейчас тебе вот это вот, а сейчас, короче, устрою Кузькину, Маркузькину! Давай! Ой, там гига пришел! А, хотя, чё ты ж говно! Земноводная? Сухопутная! Вот! О, ты хорош, нифига себе! Не-не-не-не-не, давай, тухни! Отлично!
Да ну вас в задницу! Где металл? Блин, я помню, там были такие места, там было металла много. Да нафиг ваш силикат! Да я опять туда же вернулся! Взлетай! Чуть дурный творишь, приземлился. Вау, добрый вечер! Добрый вечер, я не к вам. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу! Так, я смотрю, у меня время на исходе, мне нужно возвращаться на базу, чтобы сделать это. Еще пузырьки со скоростью. Блин, я не нашел металл. Я, скажем так, вот здесь ты сейчас нашел металла больше, чем там, по ходу дела. Ох, вы как красиво у меня тут появляетесь. Ж-ж-ж. Вот еще метальчик. А, да, пошел ты. Вау. Дурные! Придурки! Так, ладно. Приземляемся. Иду дома. А, какой ластер мусс локейшн! Пошел ты. Ну, погнали. А, координаты 9 на 47. Посмотрел по карте ресурсам. Координаты. О, добрый вечер. Координаты 9 на 47. Там типа такая, ну, более-менее плюс-минус кучка металла. 9 на 47,7, если там более точнее. Там 9 с копейками, 9 на 47,7. Оп! Что мы здесь имеем? Ну, что могу сказать? Да, металл я вижу. Не так уж и много, как хотелось бы, но металл я все-таки вижу. Да, конечно, это нельзя встать на месте, осмотреться, это плохо, неудобно, шатал, манал, вертел, крутил, но все равно, хотя бы немножко, хотя бы чуть-чуть, но мы осмотрелись. Окей, допустим. Но это все еще мало. Куда-то туда дальше было. Да пошел ты. Ну я прям ощущаю, мне прям тут... Вот, это вроде бы то место, про которое я думал. Нет, это опять обсидиан. Я здесь обсидиан летал. Я второй раз уже прилетаю. Какой-то, ну, второй раз специально прилетаю в одно и то же место, которое мне каким-то образом запомнилось. Неужто у меня настолько было все плохо с обсидианом, что я запомнил именно это место с обсидианом? Какого черта? Непонятно. Ну ладно, в любом случае, летим дальше. Сейчас... О-о-о-о, ты посмотри. Так, раз, два. А, не, нифига, это просто здесь куча деревьев, и это говно. Я думал, здесь куча металла, там просто два куска металла и куча деревьев. Да. Жапошонечка, жапошонечка полная. Так, что у нас здесь? Ну, это вроде бы тоже на металл похоже, но что-то не сильно, да пошел. Не сильно, кристалл, металл. Добрый вечер. Ух ты ж прям, ты ж прям, ты ж прям. Это, конечно, еще то веселье. Я вам так могу сказать. Точнее, я вам так хочу сказать. Когда я играл на сервере, не помню, что это был за сервер, это было очень давно. Когда Extinction только появился, дела вот это все. Когда я здесь играл... О, да, вот это отвратительное место. Вот это отвратительное место, оно просто меня прям... О, вы посмотрите туда. Бэ, говно такое прям. Щупальцы вот эти вот из стены. О, отвратительно, аж блевануть захотелось. Вот. Когда я играл, здесь было безопаснее. Возможно, возможно, когда я здесь бегал, здесь уже было все подзачищено, все чистенько, там все дела, где я там, о-о-о, нифига я куда уже ушел. Вот, то есть, да, это как бы сервер, все в том... В том духе. Че, серьезно? Ёлки-воробушки. Реально я здесь вырулил. Офигеть. О, металл. Добрый вечер. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. В общем, там было безопаснее. Когда я здесь бегал, это было намного безопаснее. Сейчас здесь я бегаю, мне просто ужас. Я ловлю просто столько страха. И гиги, допустим, меня так не пугают.
Меня пугают виверны, мать их. Это просто летающие твари, которые тебя просто поджарят. О, добрый вечер, сколько металла, классно, пошло ты. Ну, допустим, где-то я и подлутаюсь. Но, блин, это просто ужас. Это просто ужас и кошмар, если не сказать бог боже. Во-во-во, вот эти щупальки эти. Говно. Прям отвратительно выглядит. Прям фу. Прям фу, так вот, прям. Вот так берешь, так вот, бросаешь на землю, так фу, прям. И вот это тоже такое, прям фу. Так, мне больше не нравится, что там шкварчало что-то вот это вот там. Вот я к краю подходил карты. И вот я опять выбираю за одну поверхность. Ну, окей, окей. Ну, кстати, здесь опаснее. Через зимку заходить было побезопаснее, там как-то поспокойнее. Ну, попробуем через ту зайти. Тем более, там есть метальчик. Попробуем через ту зайти. Сейчас на себя, наверное, ты пыхнул. Медвежат, они клёвые. Чисто тремя медвежонками попробуем погорцевать. Почему медвежат? Потому что они, во-первых, клёвые, во-вторых, сильные, а в-третьих, я могу на них винтовку взять. Если что, стрелять по поверхности. По пятихатке, по идее, если я буду глушить виверн, то это вообще будет кайф, огонь. И просто супер. Вот, поэтому, если так получится, то вообще будет все суперским. Угу, вот на то место, откуда можно будет растепехаться. И здесь я сразу же, да, вот я сразу же с этого да ну нафиг, как я это место раньше не нашел. Сколько здесь металла. И сразу же растепехаемся анкилку. Призывать я сразу же не буду, но посмотрим. Эй, залагала бедолага. Так, растепехиваемся. Так, отлично, добыли здесь немножечко металла. Ну, почти. Я вам в шутеры не играю, не умею, поэтому, ну, уж извиняйте. Ну, погнали. Основную мишаньку я поставил на пассив, а остальных атаковать мой цель. И если попасть в голову, сами видите, сколько наносит. Осталось найти голову виверны. Ох ты ж беда. Я поворачиваюсь на только на 180 градусов. Окей, 360 не могу. Ну, погнали. Сейчас здесь добудем. Куда? Сейчас вот по тысяч. Слушай, а кого-то такого по карту там как будто это больше наносит. Ну окей, я не против. Так. Окей, опасности не вижу. Могу анкилку вызвать и подобывать. Ну что, погнали. Опять-таки же повторюсь, самое главное для меня опасность все-таки это виверна. Ой, какой топор, ты че дурной? Такс. Сколько? Окей, я понял. Жопа! Мочи! Мишаня, мать твою, мочи! В жопу себе крикни! Да ты ж... Каким жопой я тебя должен убивать? Ты дурная, мне да птица! Касабланка, блин! Давай! Тихо! В задницу, все, нифига себе, вот это горю, так горю, полыхаю. Да уж, это вам не в тапки гадить.
185. Вот это, конечно, да. Это, конечно, да. Это, конечно, еще та жопа полная. Стрелял, называется, в гигу. Зачем в гигу стрелял, когда виверна меня сагрилась? Дурной, дой, дурной. Не, на Рексе, конечно, было бы лучше. Стая Рексов или стая Гик, это было бы, конечно, лучше, это было бы профитнее. Тут как бы кто спорит-то? Где я вам их выстру? 30 левел. Ну, хотя бы 30 левел, на том уже хорошо. Да хоть раз бы попал, дебил! Мочи! Ну, хоть так. А, дурная птица! Почему птица? Так, братва, ну вы, короче, что-то вообще прям жаритесь не по-детски. Так, 110, ты серьезно? Две! А ты пошел, ты, мать твою, за ногу, я тебе сейчас вот это вот, знаешь, куда стрельну? О, красава! Хоть подкачается чутка. Давай! Раз на раз! Что у тебя? Чувствую, далеко я отсюда точно не уйду. Благодаря этим випкам. Что-то мне подсказывает, я зря, по ходу дела, стреляю. Ладно. Фиг с ним, уже легче. Братва поскакали. Так, сильно без разгона. Не знаю, как это бывает. Я разгоняюсь, они не разгоняются. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, ну здесь силикат, здесь говно. Мне куда-то вроде бы сюда нужно было, да? Надеюсь, это мне... Меня дамажить-то не будет, водичка? Ой, да пошел ты! Господи. Вот вы-то реально можете идти в жопу. Так, бежите, да, за мной? Отлично, красава. Ой, не кричи! Детей разбудишь. Так, ну давай я сюда! Ух ты, я еще по нему урона ношу меньше. Братва! Вы где там застряли? Поскольку ты мне урона вносишь? Ты сейчас серьезно? Нифига себе! А можно гиги пойдут в жопу? Где еще один? Нет! Бляха-муха! Да, если я буду большой этот дыхать, там же эти гиги на меня будут лететь. И виверн, ну ладно, виверн там какие-то говно летели на меня тогда. Мне прям вообще повезло. Я поэтому и что-то не чухнул. Барва! За мной! О, поэтому урон хороший. Там, видать, это семейные узы какие-то у них, что ли, были. Давай, 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 давай. Ух. А, сходил за хлебушком. Да не кричить, я тебе говорю. Так. Где я видел металл? Где-то же с этой стороны, да, я видел металл? Опять гига, да что ж вы материализуетесь-то тут так в таком количестве? О-о-о-о-о!
Ох, сходил за хлебушком. Газуй обратно! Так. И сюда. Давай! Раз на раз! И сюда! Проходи! Сыкло! Да сюда! Давай, мочите его, пока он меня не замочил здесь. Давай, 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 кричи, главное, почаще и подольше. Отличненько. Окей. Какой там левел? Бляха-муха. Страшно. Песосно просто как. Страшно. Тик-тик-тик, килочка, килка, иди ко мне сюда. Оп, обсидианчик. Оп, обсидианчик. А зачем у меня... Я не знаю, зачем мне обсидианчик. Мне это говна как говна. О-о-о. Добрый вечер. Че тут у нас по металлу? Да, блин. Я по безопасным зонам и то больше металла добывал. В красных зонах больше всего металла. Да здесь один силикат, а не хвостно. Ой, Саня, все говно, давай сначала. Не зацепился! А че я так далеко спрыгнул? Все, гадцу. До дома, до хаты. Так. Да, я подумал, не добыл. Ну что, 10 левел. Да фигня вам. О. Патронов не жалко, давай. Вот дурная ящерица. О. Да чтоб я еще раз на медведях пошел куда-то. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Страх у жути наловился. На месяц вперед. Это, конечно, не хорроры. Слушай, а неплохо я здесь зачистил. Не зря, точнее. Ай! Я сюда! Не кричи! Так. Давай, иди сюда. Показалось, как будто я по гиге попал. Так, все, огонь! Огонь! Да уж. Ну, я одно могу сказать. Я еще ни разу так металл не добывал. Вот прям ни разу. Вот настолько экстремально я металл не добывал. Самая экстремальная добыча металла. На медведях, в красную зону, где гиги и виверны. Ух! И я отчаянно осел. Как бы не сказать хуже. Просто учитывая, что я могу всех медвежат потерять. Да. А что самое главное, это я немножечко потестил то, как я буду сражаться с гигами. Но с другой стороны, у меня там еще будет помощь инфорсера. Это уже другая история. Ой, волоса с нетунца. Ты что творишь, тварь? В жопу иди! Заспавнился у меня тут! Миша! Бей! Бей, козла! Лети домой! Да я тебе сейчас знаешь, что сделаю? Не успел. А я б сделал. Ты просто... О, вот это, короче, прям да. Вот это, короче, прям да. Как бы не сказать, хуже. Пригодится. Да уж. Но, в целом, я что могу сказать? Сколько там виверн на входе было всего лишь, да, и все, сейчас уже полегче пошло.
То есть вот держусь краю, и все. Они с этого края не так уж и много их. Ты вообще прям огонь. Ну! Погнали! Промазал лошара. А мне это нравится. Можешь там постоять? Ну классно, еще и ты заспавнился. Ты серьезно? Ой, да пошел. Не, ну тут, короче, вариантов нету. Я тебя надамажил, я на тебя снайперскую винтовку сломал, поэтому нужно тебя, короче, мочить. Ой, а че в тебе так это? Урона мало вносится. Себе на зубы, что ли, какие-то срабатывают, я не понял. Ой, не кричи, громкий. А где здесь семейные узы могут сработать? Хм, интересно. Ну, допустим... Нет! Верно! 165-е! Да лососни, что тунца, да нифига себе, ты серьезно? Все вот из-за тебя... А что так много на нас согрелось? Мишани, текаем! Текаем с городу, нафиг! В смысле? В смысле вы ее просто раздербанили? Серьезно? То есть пока я пытался текать, вы ее просто подмочили? Да что ж вы тут спавнитесь? Не, не спорь, место для кач хорошее, если бы я бы так сильно не огребался! Ой, не, в жопу, короче, все. Хватит с меня красных земель. Находился, набродился, пошло все в жопу. Пора домой. Ну что я могу сказать? Так экстремально я еще никогда металл не лутал. Стоит оно того или нет, решать вам. Но вот честно, я просто троих мишанек чуть не всрал. У них просто вот количество хп. Это они уже немножечко подрегенились. Ну, как бы такое себе. Да уж, реально, стоит на того или нет, это уже вам решать, но мое мнение, по крайней мере, то, как я полутал, мне повезло. Вот. А, в смысле, я в себя, что ли, переместил, что ли, все? What the fuck это сейчас было? Почему он так медленно побежал? Это... Что за фигня? О, боже мой, чё у меня что-то с игрой случилось? Я не знаю, у меня что-то с игрой случилось. Короче, насрать. Потом разберусь. В целом, я чувствую, что могу сказать. Идея неплохая. Идея неплохая, то, как я прошелся, мне повезло. Вот прям реально, мне повезло. Но стоит оно того или нет, блин, если бы хотя бы одного мишеньку потерял бы, это вообще конкретно ничего бы не стоило. Рексы. Только рексы, красная зона, это, опять-таки же, это у меня рейты на урон и все в таком духе, это на прокачку. Только рексы и ничего более, вообще даже близко рассчитывать и рассматривать нет смысла. Рексы, гиги и так далее. Опять-таки же, я говорю, на сервере, где я играл, там было полегче. То есть там всегда люди летают, там всегда зачищают, поэтому на серверах это все-таки полегче, нежели здесь. Здесь это просто тихий ужас, они просто спавнятся прямо на мне. Ну, вы сами видели гиги, как спавнятся. То есть я просто на точке, они просто на мне спавнились. И это прям беда конкретная была. Но с другой стороны, металл добыл. 1008. 7500 примерно там был металл, я не знаю, это свитков металла, что-то, короче, по-моему, маловато. Ладно, в любом случае, металл добыли. Есть ресурсы на создание меха. Что там мех? А, опять-таки же, надо поизучать, что этот мех вообще из себя представляет. То есть я вот смотрю, здесь 51 уровень. Могу ли я его как-то сделать лучше? Не могу. И по идее он должен зависеть от вот этих характеристик, навык изготовления.
А если он зависит от навыка заготовления, у меня там есть пару порций амнезии. Я могу все сбросить и вкинуть вот сюда. То есть навык изготовления у меня примерно около 400 будет процентов, что уже довольно-таки неплохо. Посмотрим, что как где, с мехом я еще поизучаю эту вот эту всю фигню. В целом еще мне не повредило бы дропы, хорошие дропы полутать. Именно для этого я собрал вот эту мою мини, в прямом смысле слова, мини-армию. Поэтому попробуем, посмотрим, что из этого вообще выйдет. А самое главное, надо посмотреть, как боссов проходит, потому что я даже представить не могу, что как делать, соответственно, посоветоваться не с кем, что лучше, что хуже. Вот, и по ходу дела мне придется рексов вводить. Разводить опять рексов! Благо, у меня рейд хороший, и нововведение, и все это дело будет происходить быстро, но, блин, это жопа. Это жопа, опять жопа, 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 жопа. Короче, все. Может, мехами обойдусь, надеюсь, обойдусь мехами. Было бы неплохо. Ну, а я на этом уже с вами буду пожаловать прощаться. Говорю всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайк, комментировать. Ну и, конечно, делиться моими видео с своими друзьями. Ну, это все. Всем удачи, всем пока. Всем счастливого добра. Всем пока.